Бакинском военном суде рассмотрено представление следствия об избрании меры пресечения в отношении гражданина Армении Людвига Макарчяна. Как сообщили в суде, представление было рассмотрено судейской коллегией во главе с Эльбеком Аллахвердиевым и удовлетворено. В отношении Макарчяна избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца. Макарчян обвиняется по статье 113 «Причинение физической боли или психических страданий задержанным или ограниченным в свободном передвижении лицам» Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В ходе Первой Карабахской войны Макарчян жестоко пытал находившихся в армянском плену азербайджанцев, в связи с чем в 2000 году в военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело. 27 сентября 2020 года, после начала контрнаступательных операций азербайджанской армии, азербайджанские солдаты захватили в плен группу армянских военнослужащих, в том числе Людвига Макарчяна. Людвиг Макарчян признался на следствии в том, что пытал азербайджанцев, взятых в плен в Первой Карабахской войне. Несколько его жертв, которые остались живы и вернулись из армянского плена, на очной ставке узнали Людвига Макарчяна. Военная прокуратура Азербайджана продолжает следствие по уголовному делу.